красой. Да. Не видно. Ну, что ты там напишешь, что это за видео где? Да, да. А что такое? Пармезан. Хочешь? Че? Пармезан, хочешь? А мне куда сюда пармезан? Наверх? Мне вот хватает сыр. Много сыр? Вкусно. Я уже ел здесь лазанью болонез. Ну, с мамой? Ты со мной тоже ел? Небольшие вот эти шрюбсы? А? Большие, да, хон? Смотри, какие большие. Большие. Туда. Куда? Зеленая? Зеленая овощи. Да? Я у себя там рядом с домом, оказывается, вот эта пицца, да, там есть? Мазана офигенная, блядь. Какая? И рядом с домом мы с моим. Где эти алкаши все, эти пацаны все время бухают. Американ пицца? Не, не Америка, но рядом, еще ближе к моему дому. Мама пицца там или как она называется? А, мы ее не ели. Я туда уже два раза ходил, брал. Такая пицца вообще просто, просто. Я вот вчера я ел грибы, чечим и помидоры там всякие, такие. Короче, набрал. Он еще туну положил. Дорогая? Я голодный был, как собака. Она дорогая? Она дорогая? Давка нет. Фигня, короче. Я вижу. Ты знаешь что, там тесто толстое. Если ты хочешь поесть нормально, тесто офигенно, я сказал. Дай мне у тебя посмотреть. Дай мне у тебя посмотреть. Ну что-то невозможно взять. Ну вот оно сделано. Ну что, как? Горячая? Да. Вкусная? Вкусная. Мне жарко. Болонез можно, знаешь, сразу есть, не ждать, когда она типа остынет, чтобы ее разрезать, понимаешь? Да, как мне. Да, она в горшке идет. А это обычная такая. Нужно, чтобы она остыла, потом ее разрезала. Там его?
достали. Что? Ложку. Прикрутили это в ложку. Хочешь у меня один шримпс? Они какой красивый. Хочешь? Да. Не хочешь? Да у тебя вот это. Ты скажешь, что нет. Я подумал, что надо попробовать. Они хорошие. Заебись, не воняй. Помнишь, мы народу здесь такой кальмар его ел? Ты ела кальмар? Нет, ты ела не кальмар это было, ты ела это. Осьминог. Много я ела. Он меня раздражает. Нет. Нет. Дай тебе покажем, что ты кушаешь. Ну?